Здравствуйте, вы смотрите новости Первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Карагандинка обвиняет судебных исполнителей в халатности. Я написала на них жалобу как бы в прокуратуру на Кривобуза 3, которая находится. Карагандинский регион в рамках выездного заседания посетили депутаты Сената парламента республики. Карагандинская область признанный лидер по реализации программы форсированного индустриального развития. Казахстан отметит День языков. Карагандинских полиглотов искали журналисты Первого Карагандинского. Мен Караганда жақсы көремін. Карагандинка обвиняет в халатности судебных исполнителей. Уже 4 года мать-одиночка не может добиться выплат алиментов от экс-супруга. В это время как исполнительное производство было возбуждено. Бездействие судоисполнителей или необоснованное обвинение в проблеме разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. Я сама за ним бегаю, я каждый раз ему звоню, когда вот уже время приходит. Жибек Каримова развелась с супругом, когда сыну было всего полгода. Сейчас маленькому Марату 5 лет. Мать уже задумывается о том, чтобы отдать его в подготовительный класс. Однако средств на это пока нет. Сегодня мать-одиночка не в состоянии даже одежду ребенку купить. С 2009 года у меня есть постановление, то есть судебный приказ. С тех пор в течение 5 лет до сегодняшнего дня я не получаю алименты. Дело рассматривалось в Токаревке, потом по его месту работы сменилось, они перевели дело в Казбекбийский территориальный отдел. Однако судоисполнители района имени Казбекби уверяют, что большую часть алиментов заявительница все-таки получила, а сумма задолженности на сегодняшний день составляет более 300 тысяч тенге. Данным должником по месту работы были выплачены 282 500 тенге задолженности, что согласно постановлению от 1.07.13 года составляет задолженность 379 852 тенге. Тем временем мать-одиночка утверждает, что к ее делу судоисполнители относятся халатно. Более того, по словам заявительницы, Динара Муталяпова позволяла себе грубить клиентке. Я написала на них жалобу как бы в прокуратуру на Кривобуза 3, которая находится. Отметила ее фамилию, что на нее дело отписано, что она должна как бы вынести мне постановление. Вообще мне сказали, что после, как я написала заявление, они сами со мной свяжутся. В течение 2 недель дадут мне письменный ответ. Но этого не было вообще. Между тем, судебный исполнитель заявляет, что никаких оскорблений в адрес Жибек не было. Жибек Каримову она даже в глаза не видела. Мы работаем, хотя у нас есть выходные субботы и воскресенье, но мы выходим в выходные дни для того, чтобы дорабатывать, что не успеваем. Но я всех упомнить физически как-то не могу. Сейчас Жибек с 5-летним сыном проживает в съемной квартире. Женщина не работает, сидит с маленьким Маратом. Экс-супруг помогает редко. Он мне как бы давал по 15 тысяч, и то это после того, как я с ним ругалась, то еще вот так. После этого начал давать, потом звонит, говорит, у меня в этот раз не получится, я тебе не дам. Карагандинка уже 4 года обивает пороги департамента по исполнению судебных актов и финансовой полиции. Однако дело с мертвой точки не сдвигается. Перед матерью-одиночкой закрывают двери. Тем временем карагандинские судоисполнители уверяют, что с их стороны не было никаких нарушений. Они даже осуществляли выход по месту работы нерадивого отца. Однако Медета Тажибаева они там так и не нашли. Теперь судоисполнитель территориального отдела района имени Казбекби Динара Муталяпова намерена отправить акт о взыскании алиментов уже по месту жительства Медета Тажибаева. Мирамгуль Салкимбаева, Карат Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Учителям повышать квалификацию, школьный кабинет оснащать новым оборудованием. Сегодня глава региона встретился с преподавательским составом области, а также руководством районных и городских отделов образования. На повестке дня итоги прошлого учебного года. Балужан Абдишев привел статистику. За последние 5 лет финансирование сферы образования увеличилось на 58%. Сейчас эта цифра составляет почти 65 миллиардов тенге. Регион занимает 2-е место по республике по охвату детей дошкольным воспитанием. 84% учебных заведений подключены к широкополосному интернету. Практически половина школ области обеспечена кабинетами новой модификации. Однако имеется много нерешенных вопросов. Потому сегодня впервые прошло совещание, посвященное детальному анализу результатов прошлого учебного года.
Мы должны выявить все имеющиеся проблемы, понять, почему они возникли. Самое главное, системные меры, которые необходимо принять. Если люди на своем должном месте не справляются с этим, ребята, сегодня время другое, коллеги. Надо дать этот фронт работы другим. Более 6000 патронов сдал в полицию житель Шахтинска. Боеприпасы к нарезному оружию он нашел в районе лесопосадки, сообщает пресс-служба ДВД области. За добровольную сдачу незаконно хранящихся боеприпасов в рамках акции, проходящей с 1 сентября, полицейские заплатили мужчине свыше 400 тысяч тенге. За добровольную сдачу незаконно хранящихся боеприпасов стражи порядка заплатили мужчине почти 500 тысяч тенге. Напомним, что с 1 по 30 сентября в ДВД принимают незарегистрированное оружие. Добровольцев поощряют. Размер компенсации от 10 месячных расчетных показателей. Сумма зависит от вида и состояния оружия. В Караганде ожидаются заморозки. По данным Казгидромет, 16 и 17 сентября на территории области ожидаются местами заморозки от 0 до минус 3 градусов. Населению рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей. Вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Карагандинскую область в рамках выездного заседания посетили депутаты Сената парламента республики. Сенаторы прибыли в шахтерскую столицу, чтобы ознакомиться с ходом исполнения законов на местах. Особое внимание гости из столицы уделили развитию предпринимательства и отечественного производства. Карагандинская область – признанный лидер по реализации программы форсированного индустриального развития. В первый день поездки по Карагандинской области сенаторы посетили поселок Батпак, расположенный в Осакаровском районе. Здесь они ознакомились с ходом уборки урожая. Вместе с тем делегация побывала и в Темиртау. В городе Металлургов члены комитета посетили предприятие «Тимирлогистик», занимающееся продажей грузовых шин, смазочных материалов и технических жидкостей. Марат Усиинов, директор предприятия, рассказывает, что в день они могут обслужить до 5 грузовых автомобилей. На данное время мы как включили карту ДКБ, дорожной карты бизнеса 2020. Вот, у нас есть свои нормы. В 2015 году мы должны обслуживать 2200 грузовых автомобилей. На данное время мы открылись 7 июля 2012 году. 1800 грузовых автомобилей на данное время обслужили. Побывали депутаты в историко-культурном центре первого президента, где для гостей из столицы была проведена экскурсия. Депутат Сената парламента Михаил Бортник отметил, что Карагандинский регион имеет большой экономический потенциал и славится своими традициями в развитии малого и среднего бизнеса. Целью нашего выезда является на местах ознакомиться с тем, как реализуются принимаемые законодательным органом страны законы на местах. На открытии последней сессии заседания парламента глава государства поставил перед нами задачу особое внимание уделить развитию блока законов, связанных с развитием экономики, связанных с развитием предпринимательства. В этот день сенаторы выслушали замечания, проблемы и предложения, которые они в дальнейшем будут использовать при разработке тех или иных законов. Пакет проблем, которые мы сегодня услышали, прежде всего они связаны с вопросами финансирования бизнеса. Это банковские кредиты, процентные ставки, вопросы, связанные с земельными, так сказать, проблемами. Это выделение земель, использование земель в качестве залоговых, так сказать, имущества. Члены комитета Сената также посетили предприятия «Каспласт» и «Барасан Макива Казахстан» в Караганде. Марк Брюшко, Габиден Курушбеков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Сегодня у предпринимателей есть все необходимое для развития малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришли сенаторы. Итоги выездной комиссии Сената парламента подвели уже сегодня. В своем вступительном слове председатель профильного комитета Сената Талгатбек Абайдильдин напомнил, согласно стратегии Казахстана 2050, главой государства поставлена задача уже к 2030 году удвоить показатели малого и среднего бизнеса в экономике республики.
международная карта бизнеса 2020, создается оптимальный баланс между экономическими выгодами предпринимателей и социально значимыми проблемами государства, в частности, обеспечение новыми рабочими местами граждан республики. Хотел бы подчеркнуть, что проведение сегодняшнего мероприятия здесь, в Карагандинской области, входящее в число лидеров социально-экономического развития, по многим параметрам не случайно. В мероприятии приняли участие аким Карагандинской области, представители Министерства регионального развития, областного маслихата, Союз Атамикен, а также Фонд развития предпринимательства ДАМУ. Еще недавно малому и среднему бизнесу было очень тяжело, однако сейчас, благодаря поддержке государства и инвесторов, предприниматели могут развивать свой бизнес. Глава региона также рассказал сенаторам о социально-экономическом развитии региона в ходе реализации государственных программ и показателях роста промышленного производства и продукции сельского хозяйства. Также не остались в стороне план развития моногородов и реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Последняя создает оптимальный баланс между экономическими выгодами предпринимателей и социально значимыми проблемами государства. По моногородам вообще все ограничения сняты. Хотите парикмахерскую откройте, хотите пекарню, хоть что откройте. Данная мера субсидирования будет распространяться на весь бизнес, который будет участвовать в моногородах. В ходе встречи также состоялось заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате парламента. Марк Брюшко, Габиден Кружбеков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В третье воскресенье сентября Казахстан отмечает День языков. Последние годы увеличивается число полиглотов, которые знают три и более языка. Сегодня корреспонденты Первого Карагандинского вышли в народ поинтересоваться, какими языками владеют горожане. Репортаж Алины Акбаевой. Я знаю три языка: русский, английский и казахский. А скажите что-нибудь на казахском. Мен Караганда жақсы көремін. Сколько языков ты изучаешь в школе? Русский и казахский. А скажи что-нибудь на казахском. Я же не пробовала. Саламатсы джебе. Сколько языков вы знаете? Три языка. Это русский, казахский, английский. А скажите что-нибудь на английском, какую-нибудь фразу. Hello, congratulations, Казахстан. А как это переводится? Здравствуйте, поздравляем, Казахстан. Английский, хинди, чуть-чуть русский. Чуть-чуть русский, да? А казахский изучаете? Нет? А скажите на английском что-нибудь, да, какую-нибудь короткую фразу там. I love Kazakhstan. मुझे Kazakhstan बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का environment भी बहुत अच्छा है. Как переводится? Перевод это я люблю Казахстан и это какая погода очень хорошая, очень нравится здесь учиться. I love Karaganda. Hello. Что вы знаете? В совершенстве. Ну, вообще, изучали. Три языка. Английский, казахский и русский. Скажите что-нибудь на казахском. На казахском? Салемет сизбе. У нас хинди язык, у нас английский язык, казахский язык и русский язык тоже. Ну, как пример, я Болашак Даргермен, Сидзин Атинис Ким, Менен Атим Шейхар. Карагандинцев приглашают на праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня языков Республики Казахстан. Концертная программа и викторины пройдут в воскресенье 15 сентября в 11:00 в кинотеатре Сарыжайлау. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.